Сегодня вы пройдете краткий курс. Как? Правильно. Анимировать. Ах, я не понял, это что за фанфары? Изменить? Вот, другое дело. Ну а ты, да, ты, который сидишь перед экраном. Зритель. Я желаю тебе приятного просмотра и насладиться видео. Итак, думаешь, что фури рисовать изи? Значит, ты, сынок, не прав. Мольберт не Фауст. Ты меня понял? Для обучения создаем пустое рабочее пространство. Папка? В художке нет ни папки, ни мамки. Аккуратно ликвидируем. Приказ от сержанта художки. Обзываем рабочее пространство. Рабочее, пустое, Не забывать про заглавную букву. Почему? Потому что грамматика, сынок, это самое важное. Ну или нет, нет, откуда знать. И вот наш ангар для патриотических рисунков готов. Аккуратно зачерпываем пустое пространство. Заливаем его в фотошоп. Отставить читать ворон, сынок. Здесь и начинается самая информативная часть нашего урока. Видите ли, холст должен быть идеально чистым, словно... Что? Оп, извините, не так сюда это попало. Прошу, рядовой, консистенция дисциплины и трудолюбия. Ну вот, теперь мы готовы для полнейшего дальнейшего обучения. Секунду, что же, простите, не слышу. Анатомия? Тени? Экспозиция? Сынок, не тем ты задаешься, чтобы рисовать фури. А там главное, чтобы шерсть была и хлебала волка. Да и то по желанию. Ну и поскольку они у нас только в финальной программе обучения, нарисуем что-нибудь безмятежное, нарративное и... простое. Так, нет, слишком угрюмо. Нам нужно что-нибудь типа... определенно не этого. Что-нибудь, что могло быть главным твою мать героем. Так, нет, все, отставить. Так, матюк. Где же оно? Так, короче, нет, говоря, не то. Всего. Нет, что это? Из 2015-го? Что-то из Российской империи. О, совсем другое дело. Этим и гриву нарисовать, и показать дорогу художке. Так, стоп. Кто пролил бананов в молоко? Вот какого черта мне это все убирать? Знаете, а я это не буду стирать. Какого боевого солдата из этого можно слепить? Так, что с собой, мать его, делать вообще? Могу тебе пуговицу вставить. Хлебало. И еще один глаз. Бро, ты выглядишь так, как будто... будто тапаешь хомяка. Ладно, ладно, секунду, я знаю, чем тебе помочь. Немножко святой воды, разбавленной пивом и кривыми красками, еще никого не губило. У нас этим закидывается, когда изучает анатомию. Опа, ну вот. А я о чем? Да, только вот что теперь с тобой делать? Хочешь знать, что такое Роскомнадзор? Хотя тебе пока еще рановато. Ну и живи счастливым какое-то время. Ух ты. Ну и ну, похоже, этот маленький вор пытается выразить свое мнение. Давайте кратенько, введем в курс дела, где он вообще живет. Палочку тут и... Оп-па-па-пап, забыл. Это тебе теперь здесь не пригодится. Ну вот, хотел, чтобы он был бы счастливым хотя бы минуту, но опять случайно я рассказал про Роскомнадзор. Да и вообще, что ты такое? Что ты за животное такое? Окей, не дрейф, салага. Для таких, как ты, у меня есть, собственно, ручно сделанный справочник. Между прочим, я его даже сам сшивал. Итак, тут у нас написано... Надо было научиться писать... Ну ладно. Здесь написано, что книги самому лучше не шить и что ты урод. Ну, что поделать, друг мой, такова жизнь. Благо, тут у меня парочка текстурок завалилась. Здесь есть трава. Какое-никакое небо, а самое главное, пакет отборнейшего. Ну, ты понимаешь. Если интересно, это были идеи по улучшению качества жизни в стране. И еще лучше там не стоит. Там знаешь, какое качество это удобрение? Абсолютнейшее, невероятнейшее, несусветнейшее дерьмище. Да. Я предупреждал. Ну, я сделал все, что смог. Окей, теперь вся эта площадка свободная и распросторная. Теперь время для настоящего контента. Понимаешь ли, приятель, современному потребителю нужно что-то более безумное. Более раскрепощенное. Больше азарта в видео. Ну, бессмысленных переделок в одном кадре. И разве я не прав? Не.
Я просто хороший контент-мейкер, я знаю, как правильно делать. Именно это и нужно, чтобы меня смотрели. Я еще как прав. Думаете, что я псих? Нет, я начинающий художник. Блин, с экшеном переборщил. Что? Windows? Так я андроидом пользуюсь вообще. А ну-ка, на туда! Так. Именно так, приятель, все это время. Понимаешь ли, чтобы быть в современном мире современным художником, нужно кое-чем пренебречь. Именно. Собственной честью и, конечно же, здравым смыслом. Жирная фуря в подгузник. Это... классик. А тебя с такими знаниями уже, видимо, не выпустить на публику. И именно поэтому большинство художников вставляет себя анонимными, как они это любят говорить. Мне придется сделать это с тобой. Ну и так, продолжаем наш обучающий ролик. Попрошу заметить, что все ваши наработки попрошу оставить в zip-файле и не выкидывать, вдруг пригодятся. Эй, не смотрите так на него, ему там понравится, обещаю. Потому как для любого уважающего себя художника ничто столь ценно, как личное портфолио. Это охота! Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.